Ты так хочешь улететь? Ты так хочешь улететь? Ты так хочешь улететь? Погибнешь ты в природе, к сожалению. Вот. Ну, сегодня, значит, 5 апреля 2016 года мы передаем в добрые руки длиннохвостую неясыть. Вот, она изъята была из природы, так как была ослаблена и травмировано правое крыло. В природе она не выживет, и полная реабилитация, то есть возврат природы, невозможен. Ну, вот, в добрых руках вот, человека, вот Михаил Петрович, она будет жить и отлично себя чувствовать, радовать людей. Нам будет о ней заботиться и содержать ее у себя. И в городе Владивостоке, в своей фирме. Давай, садись. Садись. Положи маску, чуть-чуть подстилочку. Положи ей. Вот. Чтобы не так не шкрябать. Подожди, все, бегом, бегом, Маш. Все это будет не делать. Отлично. Все. Ну все, спасибо.